Ага, весь смак только начинается. На самом деле, я бы сейчас на месте девушки немного испугался. Цепи, пардон, грелки, два здоровых мужика. Вы посмотрите, все по-настоящему, да, только открыл, никакой подставы, настоящая грелка. До этого я видел это только на телеэкране, если честно. Кто видел вживую, поднимите руки. Руки поднимите, кто видел вживую, как эту грелку сейчас? Буквально в роли тузика сейчас вы у нас кто-то выступит, да, помните, как порвал как тузик грелку. Блин, что сейчас будет? Да, вот здесь у нас главный организатор наш кричит дома. Макс, может, не надо? Он говорит, надо, парни, надо. Ножки отрываем. Ножки. Ёбай, вот чуть-чуть, да, одну петельку ей под коленочки туда подальше. Да. Все, круто. Так. А, так вот оно что! Она просто этого не видит, поэтому так, не поднимай глаза, я тебя умоляю. Приз девушки, аплодисменты, конечно же! Спасибо огромное нашим хозяевам сегодня всего на Кимка. Тебе вот такой вот презент. Спасибо. Значит, я сейчас покажу, что нужно сделать, пока ничего не делай, потому что все дело в волшебном полотенце. И после этого твоя задача попытаться повторить. Ну и повторить. Ну что, сначала аплодисменты маэстро! Как это сейчас принято, молодежь кричат, батя, встань! Ага, все это волшебство. Полотенце, значит, смотри внимательно. Полотенце. Thank you.
Вот так вот. Этому вот самому болту хочется сказать, ничего личного, это просто шоу. Ну что ж, у нас остается совсем немного времени, Макс. Я понимаю, что они разошлись уже вовсю. У нас все строго, все по таймингу, но буквально несколько секунд есть у нас еще. Что это? Ну да, если честно, такие палки я сломаю. А, не-не-не-не-не-не-не, Макс, у нас время закончилось, мы заканчиваемся уже просто. Я тут сбоку могу вот так вот, ладно?